Добре, друзі, а зараз буде свідчення, алілюя. Я хочу засвідчити Боже, за Божу славу, за Божу благодать, явлену, друзі, алілюя. Мені треба було купити бензина, пальне. І зараз пальне дефіцит в Києві. На заправках і дуже немає, і по талонам. Ну, Господь ти поклав на серце, щоб я купив два рази. Тобто купила в один день 5 літрів, а в другий день, щоб купив теж 5 літрів. І я пішов, це було в п'ятницю, я ремонтував датчик топлива, показання топлива мені не показував. Господь поклав на серце, щоб я пішов і купив це бензин на заправці возле мене, тут неподалеку. А я когда ехал по городу, я видел, что там есть бензин, там были, стояли машины в очереди. Я думаю, пойду, как-то так по вере. И я пришел туда с канистрой, зашел на заправку, подхожу к этому оператору, спрашиваю, не можно заправиться. Сказали, что у вас есть талон? Я говорю, это самое, а какой талон? Он показывает мне талон, что оказывается, бензин только можно купить здесь, на этой заправке, только по талонам. Я спросил, где его взять, такой талон. Он сказал, что это можно взять на фирмах, где вы работаете, чтобы его даются юрлицам. Вот, ну и все. Говорит, а без талона мы не продаем бензин так свободно. Я как бы понял, я вышел с заправки и стою. И уже думал уходить, но как-то мне Дух Святой как-то не пустил мне уйти. Я себя внутри чувствовал, что это неправильно уйти. Я не могу уйти, думаю, что ж мне делать? Я зашел обратно на заправку и стою, смотрю в стороне. И так мысли мне приходят, чтобы, может быть, у кого-то попросить, у этого самого, у кого-то, кто будет покупать по талонам, чтобы мне с того талона мне они выручили и продали мне 5 литров. Я подошел к другому, там было два оператора, которые... И я ко второму оператору подошел и спрашивал, если я попрошу у этого самого кого-то из покупателей, кто покупает по талону, чтобы мне тоже продали и с их талона выручили, вы тогда мне тоже отпустите тогда? Ну, он сказал, что да, отпустим. А то в это время вышел какой-то там их начальник, и он услышал, и он сказал этой самой женщине, чтобы мне продали бензин, этих 5 литров без талона. Он сказал, что иди там, скажи этому заправщику, чтобы он тебя отпустил без талона. Я подошел к этому заправщику, вышел с заправки и сказал, что вот ваш начальник сказал, чтобы я мне без талона. А заправщик удивился, говорит, этого не может быть, настолько по талонам, что они там делают. И он пошел туда выяснять, и так и оказалось, что да, мне без талона. Я оплатил эти 5 литров, вышел и я залил бензин и пришел. То есть я обрадовался, что Господь благословил сверхъестественно меня, расположил сердце этого начальника заправки, чтобы мне дали бензин. Это был первый день. И на второй день тоже мне было на сердце, чтобы прийти. Я подумал, а как же это будет? А получится ли оно, ну, чтобы дали бензин мне? Как бы, ну, один раз получилось. Но Господь сказал, в сердце, чтобы ты не переживал, а иди и скажи, что это ты будешь Богу служить. Скажешь, а для чего тебе бензин? Скажешь, что это для меня, для Бога. Вот. Ну, я так хорошо думаю, пойду, скажу, это ж правда, для этого мне и надо. Я туда пришел, я туда решил уже подъехать, у меня был уже бензин в машине, я подъехал на заправку, заезжаю, смотрю, что там пустое табло, показывает, что бензина нету, и даже нет машин на заправке. Я захожу туда, подъехал, мне как-то вере было, что нужно идти. Я зашел на заправку и подхожу к этому кассе и прошу, что можете мне залить это самое бензина, вот мне канистры 5 литров. А мне тут говорит заправщик, а с чего вы взяли, что есть бензин? Я говорю, что я человек Божий, мне нужен бензин, чтобы проповедовать, ездить по улицам. Я тут веду церковь, я пастор, тут на Троещине, Пазака 63. И
Ради этого я ж вернулся в Украину, чтобы проповедовать, служить. Выручите меня, залейте мне эти 5 литров. Я это все говорю, а этот заправщик говорит, что, что идите там, первая колонка, я вам включу. И у меня оплатил я за эти 5 литров, вышел, и мне заправили этим бензином, и я уехал. То есть это вторая явленная благодать именно, что Господь благословил, ибо не было для всех бензина, а бензин был только для избранных и для своих, получается. И мне дали из этого запаса ихнего НЗ, залили бензина. То я сказал, что это нужно для Божьего дела, чтобы служить, проповедовать Евангелие, чтобы можно было ездить. Для этого нужен бензин. И Господь расположил сердце этого человека в этот день. А также Господь коснулся сердца этого начальника, когда я там стоял. Мне дали, отпустили. Да. И когда я пришел во второй день, этот заправщик был тот же самый. Он очень узнал меня, что это я. Мне запомнил, бо для него это было удивительно, что меня одному монету только продали таким образом бензин. Хотя всем бензин только по талонам был. Это действие Божьей благодати. А также я хочу засвечить другое свидетельство про нашу молитву по вечерам братом Виктором. Это Божья благодать, такого раньше не было. И это началось из Донецка, когда Господь дал такой режим молитвы, чтобы мы 5 дней в неделю каждый вечер молились. 9 часов был час поклонения Богу. И Господь тоже побудил брата Виктора со мной быть в этой молитве, когда я был в Донецке. И когда сюда приехал, Господь это оставил. И пока я для прорыва церкви, Господь дал эту благодать. И мы тоже тут в Киеве продолжаем так молиться. Я хочу засвидетельствовать, что благодать этой молитве. И она, когда мы молимся этой молитвой, Господь нас наполняет. И даже как бы оно к месту. И Господь, благословляя благодатью, укрепляя и себя являя такой радостью и дает нам такие добрые, духовные, насыщающие спілкування с братом Виктором. Тобто я дуже, знаете, и так, коли молиться, и так воно аж, коли вже час цієї молитви, воно вже тягне дух молитися, і чувствуєш потребу, щоб теж брат Виктор був присутній також. І Господь нам дав таке, таке дійство, що ми друг другу не надоїдаємо, що ми тільки вчора молились і знову зараз. Тобто Господь дає цю потребу, що це добре, і ми так відчуваємо, ця молитва, вона нам укріплює дуже сильно, і благодать присутня. І я хочу запросити теж брата Віктора сказати пару слів за цю молитву, як вона вам діє. Добре?